Одна из бывших финских известных фигуристок Кира Корпи в своем рассказе намекнула о том, что, по ее мнению, в группе Этери Тутберидзе слишком жестко и беспощадно относится к своим подопечным. А также финка рассказала, что думает о современных тенденциях в женском одиночном катании. «Я не считаю, — говорит Кира, — что детская фабрика Этери Тутберидзе — самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе — это признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Это не причина. Многие тренеры работают так же, как и она. Многие федерации поддерживают такой же способ воспитания спортсменов. А люди в это время скучают по эмоционально зрелому катанию. Трудно наблюдать за этими маленькими девочками-звездами, потому что невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями. По словам Киры Корпи, она знает многих атлетов, которые сломлены физически и психологически. Система не заботится о тех, кто уже не справляется с нагрузками, потому что появляются те, кто может это сделать. Но и они спустя некоторое время тоже ломаются, становятся слишком взрослыми, чтобы продолжать карьеру. Во время тренировок на детей может оказываться серьезное эмоциональное давление. В фигурном катании ценятся сложные прыжки, которые проще выполнять, когда тело еще не оформилось. Чем более роботизированный подход будет у ребенка к своему телу и разуму, тем лучше для результатов. Но если тренировочный процесс проходит в условиях постоянных оскорблений, то в будущем могут быть радикальные последствия. «Во многом это можно сравнить с жестоким обращением родителей с детьми», сказала бывшая фигуристка Кира Корпи. Но если вспомнить, то в фигурном катании уже были дети-звезды. Это Тара Липинский, Мишель Кван, Сара Хьюз. Но их не вытесняли из спорта только лишь потому, что в то время технический прогресс был очень медленным и, по сути, стоял на месте. Это и позволяло фигуристкам оставаться на плаву. Но как только происходили какие-то большие изменения в правилах и судействе, то они сразу же завершали свою карьеру.